Обстановка такова. Это добывающая колония, Веста-3. Она обеспечивает сырьем для восстановления флота. Сегодня отгрузки не было. В 18.00 связь с Вестой прервалась, и все попытки восстановить ее не удались. Что с системой безопасности? Автоматическая. Все охраняется ботами. Наша задача — выяснить, что случилось, и немедленно доложить адмиралу. Угу. Спецразведка. Дал нам, что попроще. Не уверен. Что тут? Астероид не на своем месте. Он сильно отклонился от естественной орбиты. Есть след излучения. Куда он ведет? К Солнцу, мэм. Близко? Сразу за рабочими границами, капитан. Наше оборудование справится? Если отремонтированное выдержит, у нас получится. За дело, капитан. Вы слышали? Прыгаем. Начинаем прыжок. По местам. Даю сигнал. Двигатель запущен. Корабль готов. На старт. Выводи нас, Крок. Прыжок через 3, 2, 1. Доклад. Корпус сильно поврежден. Продержится. Излучение растет. Идет ровно. Вот и прыжок. Так, вход через 3, 2, 1. Веб-фильтры, поляризация. Принято. Отклонение 1/100. Порядок. Где астероид, Кром? Мои координаты были в точке перехвата. Веста-3 должна быть... вон там. Веста-3, прямо по курсу, подтверждаю. Подбирай скорость. Следуем за ней. Классный пилотаж, Крок. Вы все молодцы. Боц, скажи Амару вести команду на третью палубу. Крок, готовь ворон, бери управление. Солт, ты со мной. Конечно. Каковы официальные потери? Где? Атака Олимпа. Сколько мы потеряли? 16. Вы слышали, маг. Ни хрена не просто. За работу, капитан. Капитан, Мак решила заскочить к нам. У нее какой-то подарочек для вас обоих. Я прихватил ваше снаряжение, сэр. Смотрите. AT&T. Самонаводящийся беспилотник. 4-я модификация. Стреляет туда же, куда идут. Спасибо. На месте сложный ландшафт и много боев на ближней дистанции. Есть новые отряды от МАК. Помогу заполнить пробел. Все будет хорошо, сэр.
вышло, что астероид так сбился с курса? Вот давайте и узнаем. Мы с тобой не ученые. Позвать Стармеха? Не стоит. Босс, кого ненавидят все парашютисты? Кого? Моль, конечно. Мудрые слова, лейтенант. Ваш ворон во втором ангаре. Штаб-сержант и его люди ждут вас с капитаном. Спасибо, босс. Транспорт вон там. Возвращайтесь без потерь. Не дай бог, как так точно, босс. Опасная хрена. Вольно. Касима, ты второй пилот. Вечно в бою. Есть, Бен. Все пучком? Только так, штаб-сержант. И хорошо. Как Итан? Маг готовит его к бою. Крепкий мерзавец. Вот и окно, рейдер. Начинай. Мы у цели. Лейтенант Солтер, вперед! Ускорение. 3, 2, 1. Отделение. Сканирование через 30. Проверьте все каналы на сигнал бедствия. Да. Радио включено. Да, он жарит со всей дури. Так близко еще ни один десантник не подходил. Слышите, лейтенант? Идем на рекорд. Приказ отставить разговоры, это приказ. Суточный цикл нестабилен. Плюс-минус минута. Это же в 100 раз быстрее нормы. Глянем на дневную сторону. Градусов на солнце? Ни хрена себе! Давай в укрытие. Поняла. Вот их маяк. В таких условиях не выживают. Неизвестно. Тут все сгорело. Вернемся на базу и доложим Рейнзу. Ищи место для посадки. Я крайне не рекомендую. Штаб-сержант. Вам решать, капитан. Без вариантов. Садимся здесь. Ищем выживших. Есть, сэр. Ангар прямо по курсу. Внутри солнце нас не достанет. Действуй. Есть. Снижаюсь. Надеть ранцы. Вперед! Выводим гражданских. За мной! Внимание! Отставание может закончиться смертью. Не отходить! Держаться в тени! Принято! Ищем гражданских, живых или мертвых. Вперед! Марс! Марс! Прочесать сектор! Включить фонари! Есть! Есть! Солтер права. Солнечные батареи дадут достаточно тени. Вот наш шанс. Готовьтесь. Вперед! Попробуем извлечь из этого выгоду. Полный бред. Вы слышали? Нашла источник сигнала. Похоже.
Похоже, его застало солнце. Он хорошо прожарился. Вижу крупную постройку. Осталось добраться до шлюза. Солнце садится. Поднажмем. Вперед, капрал. Отойди, марш! Резервном. Включаются при аварии. Но по мне, так это она. Идем дальше. Вперед, капитан. Вы слышали? Боже, у них что, метеорит упал? Простой метеорит не сбил бы с орбиты. Прочесать местность, надо все осмотреть. Только посмотрите. Последний шанс. Да, поганая смерть. Европейское светлое. Хорошее пиво. Придавило. Не успел выскочить. Почти ничего не осталось. Похоже на то. Эй, капитан, у меня для вас подарочек. Что ты нашел? Надо ж помогать друг другу. Кстати говоря, твой старпом, она... Ну... Свободно? Знаешь что? Думаю, да. Ха-ха! Это радует. Надо помогать друг другу, да? Золотые слова! Черт. Сюда, я кое-что нашел. Иду к тебе. Думаете, перестрелка? Похоже, что да. Эй, Рэй, смотри сюда. Похоже, эти двое не поладят. Может, Итан был прав. Насчет предательства железяк? То есть на них напали роботы охраны? Такое может быть. Внимание! Надеть маску. Сканировать секторы.
Ищем выживших дальше по маршруту. За мной, Рейс. Иду следом, Чума. Я прикрою! Рабочие роботы. Без оружия. Почему они так странно движутся? На стенах крови. У меня тут мертвый гражданский. Еще один? Похоже, шея... Лейтенант, вы ранены? Она в порядке, Каз. Свет гаснет. Началась ночь. Значит, дроны энергозависимые. Верно, мэм. Давай откроем эту дверь. Думаешь, тут есть кто живой? Надеюсь. Мы найдем их. Среди роботы охраны! Есть ли энергия? Они включились! Сейчас! Район контролируется фронтом обороны колонии. Внимание, рассвет! Укрытие!
Мы нашли гражданских. Да, это они. И где они? Уже рядом. Посадочная над шахтами. Ты оказался прав. Солт, возвращайся на Ворон-1. Жду в точке эвакуации. Есть. Я сообщу на возмездие. Есть. Внимание! Задача вывести людей. Шахта прямо по курсу. Совсем рядом. Вперед! Обсержант! Есть! Замечены силы противника. Район контролируется фронтом обороны колоний. Местные ископаемые нужны для восстановления флота. На мостике! На 12 часов!
Бегом!
противник опознан. Подключаюсь! Район контролируется фронтом обороны. Снайпер! На мостике! На 11 часов! Район контролируется фронтом обороны колонии. Си-6! Первый удар! На 12 часов! Замечена цель.
колонии. Цель опасна. Подключаюсь! На мостике! На 12 часов! У них снайпер! На мостике! На 12 часов!
там гражданских и сообщим стратком. Мы на точке, вы где? Вылетаю. Связь с возмездием не установлена. Вспышки на солнце глушат сеть. Они нас не ждут, могут стрелять. Работаем аккуратно, лишние трупы нам не нужны. Вперед! Не пропускать их. Помогите! Я капитан Ник Рейс. Мы пришли вам на помощь. Слава богу. Вы заберете нас отсюда? Да, мы подготовили транспорт. Мэм, что здесь случилось? Камеры все засняли. Откуда-то выскочил корабль СДФ. Здоровый сволочь. Дал залп, сбил астероид с орбиты. Здесь был Олимп, капитан. Затем напали роботы. Это не сбой. СДФ сумел их перепрограммировать. Вы видели других выживших? Нас было больше, но остальные не пришли. Выжили только вы. Площадка прямо у выхода. Она закрыта тепловым щитом. А материалы здесь взрывоопасны. Понял. За дело. Вот вы опустите щит, а вот и ворвутся сюда. Вы хотите выбраться или нет? Соберите своих. Придется пробежаться к транспорту. Я отведу вас к выключателю, но трогать его не буду. Чума! Рейдер открывает площадку для эвакуации гражданских. Внимание, будет жарко. Принято. Я на месте. Ладно. Этот рычаг опускает щит. Вы ведь знаете, что делаете? Чума, площадка открыта. Следи за тенью. И ты, Рейдер. Десант, защищайте людей. Огонь по готовности.